артисты театра Забайкалья удивляют и завораживают. Яркие костюмы, зажигательные танцы, вокальное мастерство. За этим всегда на их концерты и приходят поклонники. И всякий раз в зале много новых лиц. Тех, кто только открывает для себя все грани таланта артистов Забайкалья. Новый сезон, как и все предыдущие, обещает быть ярким. Зрители ждут новые песни, танцы и постановки. Между тем, театр по-прежнему выступает с концертами, причем не только в районах края. В сентябре забайкальцы вернулись из монгольского Чуйбалсана. Этот город отмечал 80-летие, и театр принял участие в праздничных мероприятиях. Руководство и простые жители Чуйбалсана высоко ценят вклад забайкальцев в развитие их города. Этой дружбе уже 25 лет. Выступления наших артистов всегда проходят при полном аншлаге. Вот и на этот раз монгольские зрители еще долго не отпускали их со сцены. Юлия Тимошенко, Анатолий Тюнев. Время новостей.